Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я жду. А сегодня мы будем печь с вами заливной пирог с луком зеленым и яйцами. Для этого нам понадобится вот лук зеленый, где-то 5-6 вот таких стеблей зеленых. Яйца. 4 штуки мы уже сварили и 2 сырых. Вот такой стакан муки. Столовая ложка сверху масла сливочного. 4 столовых ложки масла подсолнечного, соль, кефиру где-то, ну, чуть меньше 1,5 стакана. Как получится. Ну, в общем, стакана чуть-чуть, еще 1/4 стакана. Это будет 250 миллилитров. И вот сода. 1/2 чайной ложки и разрыхлитель 1 чайная ложка. Ну, поехали. Режем лук на мелкие колечки. Масло растапливаем сливочное и вливаем лук зеленый. Подсаливаем и мешаем. Масло вливаем вот лук. И подсаливаем и мешаем. Режем мелко яички. И в начинку нашу. Взбиваем яйца. Немножко подсаливаем. Немножко. Четыре столовые ложки добавляем. Масло подсолнечного. Разрыхлитель. И сотки давайте чуть-чуть, где-то чуть меньше. Вот такая. Это мы добавляем для того, чтобы разрыхлитель вместе с содой. Может быть, разрыхлитель не очень хорошего качества, чтобы тесто поднялось. Мешаем. Добавляем кефир. Муку сейчас небольшой, вот этот, частями. Тесто должно быть жиденькое. Вот смотрите, хорошо перемешиваем, чтобы комочков не было. Сейчас еще добавляем немножко. Вот четверть стакана. Вот и как раз. Вливаем большую половину нашего теста. Видите, какой он уже жиденький. Вот. Оставляем. Вот, равномерно распределяем его и кладем равномерно начиночку. Ну, старается равномерно. Главная фишка нашего пирога — обязательно помазать маслом сливочным, растопленным именно лук, а не яйца. И чтобы была посочнее начинка у нас. Специи не обязательно, потому что лук. Ну, можно еще укропчику добавить, если у вас есть. А так лук с яйцами – это идеальная начинка для пирога. Вот. И заливаем сверху оставший. Вот. Разравниваем. Ничего страшного, здесь он немножко разойдется. Вот так. Вот. Вот. Немножко потрясем. Ставим в духовку на среднюю полку на 40 минут
при температуре 180 градусов, а готовность определяем с помощью зубочистки. Все, наш пирог. Приятного аппетита!